Неизвестно, каков будет человек через 1000 лет. Но если отнять у современного человека этот нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов, тогда он все забудет и всему разучится, и должен будет все начать сначала. Василий Осипович Ключевский, русский историк, профессор Московского университета, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Бабушка, расскажи какую-нибудь историю. Как вы жили без телевизора, без интернета? Скучно, небось, было. Да когда ж скучать-то? Работу по дому делали, да родителям помогали. Ну вот, опять про работу. И развлечений каких не было? Да как же не было. Вечерки у нас были. На вечерках пели, плясали, да в игры разные играли. А шутили-то и похлеще вашего. А хотите, я вас научу? Да. Дразнилки! Летчик Пончик съел батончик. Поросенка и быка выпил крынку молока. Настя Настенька, щуба красненька, шапка боброва, сама черноброва. Дуня Пышка на улицу вышла, на кочку села, комарика съела. Сергей Воробей на коне катался, на березу летел, без шапки остался. Утром рано съел баранов. На закуску съел лягушку. Съел 15 поросят, только хвостики торчат. Обманули простака на 4 кулака, на щелбан и на подушку, на зеленую лягушку. Бабушка, как здорово, что ты меня научила. Теперь я в садике такая популярная.